По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, свыше 185 миллионов американцев полностью вакцинированы и почти 6 миллионов, находящиеся в группах риска, ревакцинированы. AstraZeneca, англо-шведский производитель лекарств, заявил, что его препарат может защитить людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа на вакцины от COVID-19, или дополнить курс вакцинации для тех, кто находится в зоне повышенного риска. Еще один производитель лекарств, компания Johnson & Johnson, обратилась в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов с просьбой разрешить дополнительные прививки своей вакциной COVID-19. В случае одобрения через повторную иммунизацию пройдут люди от 18 лет и старше, которые ранее были вакцинированы одной дозой вакцины компании. Эффективность вакцины Pfizer для предотвращения заражения коронавирусом снижается с 88% до 47% через 6 месяцев после второй дозы, согласно данным, опубликованным в понедельник. Результаты исследования учитывались при принятии решения о необходимости бустерной третьей дозы вакцины. Вместе с тем, данные свидетельствуют, что вакцина по-прежнему на 90% эффективна в предотвращении госпитализации и летального исхода в течение как минимум 6 месяцев. В России, по официальным данным, за последние сутки выявлено свыше 25 тысяч новых случаев ковида. От осложнений, связанных с вирусом, умерли 895 человек. В Кремле обеспокоены ростом числа заболевших. По словам пресс-секретаря российского президента, нынешние показатели смертности связаны с недостаточным уровнем вакцинации. Полностью в России привито почти 43 миллиона человек. За последние сутки в Украине зарегистрировано 9846 новых случаев заражения вирусом. Полностью привито менее 6 миллионов человек. Больше всех вакцинированных в Киеве и Киевской области, Днепровской и Харьковской областях. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра закажет 300 тысяч экспериментальных противовирусных таблеток компании Merck & Co. Даже в неблагоприятной ситуации, если вы заразитесь вирусом, у нас будут методы лечения, которые помогут уменьшить симптомы, уменьшить вероятность того, что вы попадете в реанимацию. Таблетка под названием Молнупиравир станет первым пероральным противовирусным препаратом от COVID-19, если она получит одобрение регулирующих органов. Моррисон добавил, что препарат, как ожидается, будет доступен в Австралии к началу следующего года, если будет одобрен регуляторным органом страны. Больницы в Сербии, где наблюдается четвертая волна ковида, столкнулись с быстрым ростом числа пациентов. Изначально страна была в авангарде кампании по вакцинации в Европе, но темпы резко замедлились и менее половины населения были полностью вакцинированы. Известная своей вакциной дипломатия, Сербия в начале года предоставила своим гражданам выбор из 4 различных вакцин – Pfizer, AstraZeneca, китайской Sinopharm и российского Sputnik V. В понедельник Сербия сообщила о почти 6 тысячах новых случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 235 миллионов случаев заражения коронавирусом. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.